Я бы всем советовал не ехать на автобусе, честно. Если кто-то будет здесь, а просто пройтись. Тут несчастных сколько там, 4,5 километров. До вокзала пешком. Особенно, когда такая погода на улице. Все живет, цветет. Середина сентября. У нас такая погода и такая красота. Травка такая сочная. Такая яркая. Так, у нас тут выборы. Пожалуйста. Такая вот доска объявлений. Парковочки у них тут. Это вообще нормально. Вот, пожалуйста, местные кандидаты. В национальной одежде. Пожарная часть. Одна и вторая. Старенький домик такой. Так, у нас кино тут иногда намечается. Какие-то фестивали. Почтовый ящик. Еще какая-то тоже. Это скорая помощь, наверное, какая-то. Все предусмотрено. Шикарно. Блин, это не Мюнхен, который испоганили, превратился непонятно во что. С кучей мусора. Вот какие остановочки деревянные, экологически чистые. Так, ну это всем понятно, что на грубе. Вот они. Исполинские горы. Традиционно, пожалуйста, трофейчики висят. Горы, головы, косули или козочки какие-то. Ну, такая вот у них общинка. А, кстати, вон футболочки висят. Послушай, цепи вывесили. Вот такая тут у них общинка. Все спокойно. Вон домик строит. Строится домик. Красота. Красота. Так, продолжаем идти. Еще одна остановочка. Еще такой вот хуторок непонятный. Сульцбергер. Ого, люди живут. Так вот каждый день ходи. И вот такой вот тут у нас тоже домик деревянный. Воздух, конечно, шикарный. Скала все больше и больше открывается. Не Монблан, конечно, но тоже красиво. Тоже красиво. Так, 2 километра не осталось.
единственное, не понял, как-то я по-другому иду. До этого, когда ехал на автобусе, что-то там по каким-то горам катались. Здесь более-менее ровная дорожка. Либо она туда подальше где-то будет, сейчас посмотрим. Асфальт идеальный, тротуар идеальный, трава идеальная, дома шикарные. Просто сказка. Просто сказка. Так, мы сейчас с горочки спускаемся. Еще 2 километра. Там тоже красиво, ответственно, скала такая. Жаль, не видно, наверное, будет. Я сейчас иду и думаю, а чего я больше в восторге от самого Кёнигсзее, там где я лазил, или от окрестностей. Окрестности не хуже. Да, озеро такое. Между гор, таких отвесных скал. Но здесь тоже так вот ты идешь просто. Душа радуется. Старые домики. Еще на таком отвесном. Поставят там вообще его, блин, это же сложно подниматься каждый раз. Красота, просто красота. Это надо видеть. Тоже родниковая вода какая-то, родник. Чистейшая вода. Коровы, конечно, красивые. Там проходил, коровы такие красивые были. Чистенькие такие, упитанные, ухоженные. Молоко вкусное и полезное. Вот я вот этот поселочек, куда обходит электричка, подхожу. Берхтесгаден. Специально те самые. Заборчик такой из камня. Шумоизоляция. Машинки ездят. Шумновато, конечно. Простенький домик такой. Это у нас просто жилой дом. На окраине города. Кто-то там заселился. А, там собор какой-то есть. Ну, такой вообще. Скорее всего, все гостиница.
ну да, так вот приехать из какой-нибудь Сомали или Пески и отдохнуть вот так вот здесь у меня в гостинице. Там церквушка какая-то. Небольшой, аккуратненький такой городишко альпийский. Живописный. Вон какие. Сколько же это деревушки лет или поселочку? Сколько тут люди живут? Место хорошее, в принципе. Получается горы, долина такая, там чистейшее озеро с рыбой, живности предостаточно. Наверное, давно люди живут здесь, уже несколько тысяч лет. Как только ледники сошли, как начали тут, наверное, осваивать Альпы, так они тут и обитают. Итак, мы выходим фактически в центр этого поселочка. Вот такая тут красота. Так, кто там бычки бросает? Красиво. Загрязняет окружающую среду. Автобус. Собака смотрела на окошко. Жин-жин-жин-жин-жин. Пахнет горелым. Ибо готовят что-то на костре. Такой интересный запах. Итак, мы подходим железнодорожному вокзалу местному. Кстати, такой не маленький, хороший. Считая размеры поселочка, он небольшой. Вокзал для поселка достаточно мелкий. Нормально. Сюда видно. Вот так вот воду набирай до кошки, пей.